В Северной Корее проводят массовую дезинфекцию общественных мест. Пхеньян не уточняет, связано ли это с распространением коронавируса. Но видео появилось в местных СМИ после информации о росте числа зараженных в соседнем Китае. Ранее Ким Чен Ын заявила об успешной борьбе с ковидом. Северокорейский лидер приказал смягчить действующие с мая ограничения. Но эксперты эти заявления связывают с возобновлением торговых отношений, полному восстановлению которых мешают закрытые границы. Отмечу, с начала пандемии КНДР официально не подтвердил ни одного случая ковида. Однако за полгода в стране зафиксировали тысячи случаев заражения неизвестной лихорадкой. Медики отмечают, подтвердить коронавирус не удается из-за отсутствия возможностей для массового тестирования населения.